Привет, Тамбов, я Мигель Кардосо. Переход в Тамбов – новый этап в моей карьере. Постараюсь оправдать возложенные на меня ожидания и помочь команде решить все поставленные задачи. Осенью мне довелось увидеть несколько игр Тамбова. Понравилось, как компактно играет команда в обороне и моментально выбегает в контратаке. Такая структура игры мне близка и понятна. Ведь ранее подобным образом действовали и Тонандела, и Динамо. Вчера вечером я прибыл в расположение клуба. Меня очень тепло встретили, выдали экипировку, уже успел пообщаться с главным тренером. Все здесь на хорошем уровне. Рад быть здесь и готов скорее начать работать.